котенка зовут Платон, ему уже скоро будет 3 годика. Мы сюда ходим, когда ему, наверное, исполнилось где-то 2 годика и 10 месяцев. Поначалу, конечно, он был насторожен, хотя первый урок сразу же пошел в тему, взял шейкеры и очень активно играл. Поэтому мы стали ходить дальше, чтобы был контакт и с детками, и с преподавателем, который здесь совершенно замечательный, то есть Лада Леонидовна. Это постоянно искренне улыбающийся человек с великолепным голосом, с великолепной английской дикцией. И самое, вот, что для нас привлекательно, это что на этих занятиях происходит очень гармоничное единение мамы и малыша, потому что мама занимается вместе с малышом, они вместе поют, и в общем-то за плату только за малыша получает урок еще и мама. То есть английский, пение, вокал и даже танцы. Вот, нам очень нравится, и, конечно, немножечко жалко, что всего лишь раз в неделю.